Обычно к египетским пирамидам съезжаются толпы туристов. Но сейчас тут тихо. Туристические автобусы приезжают редко. Местные жители в отчаянии. С тех пор, как в стране произошла революция, многие с трудом сводят концы с концами. Желающих купить сувениры или прокатиться на верблюде с каждым днем становится все меньше. Мы с трудом выживаем. Так продолжаться больше не может. Надо чем-то кормить верблюда. А дома еще жена и четверо детей. Всех надо прокормить. В центре Каира ситуация не лучше. До революции места в этой пятизвездочной гостинице нужно было заказывать заранее. Сейчас почти все номера остаются пустыми. Уровень заполняемости отеля не дотягивает до 10%. Так продолжается уже более полутора лет. Но директор не теряет оптимизма. То, что сейчас происходит в Египте, конечно, плохо для нас. Но после любой революции наступает переходный период. И такие тяжелые периоды – часть этого процесса. Клиентов почти нет. Но те немногие туристы, которые приехали на отдых, довольны. Такого обвала цен они еще не видели. Несколько лет назад двухместный номер стоил здесь 500 евро в сутки. Сейчас его цена едва дотягивает до 100. Дела плохие. Например, немцы и французы к нам почти не приезжают. Я думаю, туристы захотят вернуться сюда только после того, как ситуация в стране стабилизируется. Но бывают исключения. Например, эти туристы из Новой Зеландии. Протесты нас не затронули. Мы спокойно проезжали через толпу демонстрантов. Я с удовольствием снова приеду в Египет. Мне кажется, существующие здесь проблемы немного преувеличивают. Демонстрации проходят только в определенных местах, а не по всему городу. Тем не менее, туризм в Египте переживает упадок. Даже популярные круизы по Нилу сейчас не пользуются спросом. Слишком велик страх перед возможными нападениями. За день к пирамидам приезжает не больше 10 автобусов. Прибыль местных торговцев мизерная. Люди живут одной надеждой, что скоро ситуация в стране наладится, и сюда вернутся туристы.